Доброе время суток. Когда-то в каком-то видео своем я обещала показать обзор своих сумок, которые я купила именно в секонде. Буду показывать. Это вот одна из первых сумок, которая уже, я не знаю, лет 12, наверное. Кожаная сумка. Брала, думала, роспись сделаю, потом не нашла, под что сделать эту роспись. И оставила так. Она уже износилась, надо будет ее оживить. Ну, вот такая сумочка, очень удобная. Очень удобно, очень меня выручала. И я, и дочь ее носила. Вот такая у меня сумочка. Сейчас следующую покажу. Следующая сумочка. Эту я купила недавно. Тоже новая. Я ее постирала прям машинкой. На всякий случай, чтобы окончательно убрать запах. Мне всегда... Сейчас вроде бы и нет секонди запаха. Но мне кажется, что вроде бы как и есть. Я постирала машинкой. Тоже сумка новая. Даже машинка ее не убила. Ну, сумка такая прям, если это год выпуска, ну, судя по замочкам, да, видимо, просто висела. Она была с биркой. Ну, такая симпатичная, очень мягкая и удобная. Под летнюю одежду, даже под платок, под вот этот она мне пойдет. Под норковую шубку, мою куртку. Очень даже такая сумочка. Это спортивная такая сумка. Тоже ее постирала машинкой на всякий случай, хотя она... Тоже была совершенно новая. Заложена была ручка такой штукой. Ну, то есть видно было, что новая. Замки, все. Нигде никакого мусора не было. Все чисто. Я ее постирала на всякий случай. И вот теперь пользуюсь. У меня такого цвета куртка. Очень как раз мне безрукавка такая есть. Вот нужна была такая сумочка. Я ее вообще купила за смешную цену. Около 30 рублей. 27, по-моему. Никто на нее не обратил внимания, да уценялась до 3 копеек, в общем-то. Малиновую сумку за 75 я купила. Ту черную первую, конечно, уже не помню, но тоже что-то очень дешево. И вот это моя последняя пока купленная мной сумка. Сейчас принято говорить крайняя. Но крайняя или последняя все равно. Вчера видела другой формы черную сумку, тоже с такой биркой. Я не знаю, насколько это прям имя, не думаю. Но бирку такую уже видела. Я хочу вот эту часть украсить. Это клатч, но он с ручкой, там есть ручка. Хочу вот тут украсить камнями. Там есть ручка, вон она. Тоже сумка была новая. Я ее купила за 400, уже пользуюсь ею, за 440 рублей. Еще была красная, классная, но я ее упустила. Вот такие мои сумочки. Есть еще одна сумка. Я ее не нашла. Маленькая, тоже такая темно-лиловая. На цепочке. Аккуратненькая, манюсенькая. Не знаю, где-то лежит, не нашла. Может быть, в другой раз. Вот такой у меня получился обзор сумок. Всего доброго!